канале 4D и 4 девочки. Вы же знаете, как творог полезен для детей. Он полезен и для косточек, и для рук, и для ног. Короче, для всего-всего тела. Я, если честно, не люблю творог. Ты любишь творог? Ксюня, ты настоящий ребенок, ты исключение. Да. И все дети что любят? Мороженое! Я тоже люблю мороженое. А ты любишь мороженое? Да. 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 Сегодня мы попробуем приготовить мороженое из полезного творога и из вареной сгущенки. Ну что ж, погнали! Делается мороженое очень легко. Положили творог, положили сгущенку. Все перемешали, разложили по формочкам, засунули в морозилку, через день достали и готово. Сначала попробуем сгущенку, а то вдруг она отравлена. Нормально. Ничего не отравлено. Теперь ваша очередь попробовать. А то вдруг отравлена. Отравлена? Нет? Тогда выкладываем. Ничего, она не отравлена. Я что, уже все выложили? Все же вкусная сгущенка. А может, не надо было ее было выкладывать? Может, так ее надо было съесть? Целую банку сгущенки испортили. Ну, начинаем бежать. Где мой большой миксер? Вот он. Хорошо. Вытаскиваем ложку. Брызги во все стороны летят! Немножко суховат, поэтому мы добавили пару ложек сгущенки. Ксюш, тебе... Ой, сметаны. Ксюш, тебе нравится готовить? Скажи громко. Да. Да. Да-да. Ну, а теперь начинаем раскладывать все по формочкам. Ксюня, держи ложку. Иди, спасибо, нянь. Я сейчас. Что? Нет. Давай все раскладывай. Ксюня, давай раскладывай вот так же бери, как я. И накладывай. Вот так. Ну что, Ксюш, мы с тобой все разложили по формочкам. Хорошо потрудились. Настало время обрезать ложку. Вкусно? Вкусно, Ксюнь? А что вкуснее, а мороженое это мороженое или творог? Творог. Мороженое? Нет. Творог? Да. Осталось это только все дело убрать в морозилку. Оно ночью застынет, а завтра мы с тобой будем есть вкусное и полезное мороженое. Угу. Ксюша, делали полезное мороженое. За ночь оно застыло. И мы сейчас будем выкладывать на тарелку и будем первый снимать пробу. Давай. Я вот это вот. Она выкладывает? Да. Мать, ты как попыт сделай это все. Это не вещи. Я делаю как попыт. Я слезу в тебя. Вот такое красивое блюдо у нас получилось. Сейчас мы будем его пробовать. А я сделаю вот это, братан. Ты меня учишь. Мороженое очень сильно замерзло, поэтому аккуратно. Оно у нас выпрыгивает из тарелки. Но вкусно. Я вообще еще ничего не попробовала. Но очень вкусно. Ты как побудешь? Напоминаю, это полезное мороженое из сгущенки и из творога. Что, творог в таком виде согласна есть каждый день?
Милан, тебе как? У тебя получилось откусить? Да, получилось. Очень вкусно. Тогда убираем все остальное мороженое в морозилку и пошли смотреть фильмы и есть наши вкусности. Давай. Ну а вы были на канале 4D4D. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока-пока!